Многие заметили, что Зевс часто тащит игры. Казалось бы, особого скилла он не требует, но может побеждать даже более сильных соперников не только в командном замесе, но и в дуэльках. А все из-за его прокаста и пассивки. Как мы видим, вполне себе сносный тинкер, получив по голове молнии, уже начинает бояться контролировать руны и забивается под свою вышку. Особо осторожные противники выживают дольше, умные собираются в макрезист. А тем, кому посчастливилось пикнуть более живучего героя, судьба дарует чуть ли не победу. Мой соперник Тинкер играл довольно-таки осторожно, но естественно это не могло длиться вечно, ведь от гнева небес, как говорится, не убежать. Зевс — это герой не только для победы, но еще и для фана. Довольно редкая комбинация.